Курорт Рижское взморье. Это санаторий Кемери. Пляж в Майори. Солнечные ванны, чистый воздух и морские купания создали здесь благоприятные условия для отдыха. Тысячи детей проводят лето на взморье. На курорт приезжают трудящиеся из самых отдаленных уголков страны. Сахалинский нефтяник Геннадий Грачев. Геолог Треста «Дальнефть» Михаил Хлебников. Мастер Рижского судостроительного завода Филис Фелдманис. В нынешнем году на Рижском взморье побывала группа вьетнамской молодежи студентов советских вузов. Рижское взморье – один из лучших курортов Советского Союза.